всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Норвежский художник Ханс Хейердал родился 8 июля 1857 года в Швеции. В 1873 году поступает в художественную школу в Осло. С 1874 года Хейердал учится в Мюнхенской академии художеств у Людвига фон Левца и Вильгельма фон Индершмидта-младшего. Был лауреатом многих академических премий. Принимал участие в Парижской всемирной выставке 1878 года, где за картину «Изгнание Адама и Евы из рая» был удостоен золотой медали. В 1878-1882 годах художник живет и работает в Париже, где был учеником Леона Бонна и занимался пленэром. С 1882 года французское правительство покупает полотно Хейердала «Умирающий ребенок». Эта картина также была удостоена большой флорентийской премии, что позволило художнику провести несколько лет в Италии, где он познакомился с Арнольдом Беклингом. Возвратившись в Норвегию, в Осло, художник поддерживает близкие отношения с Кристианом Крогом и молодым художником Эдвардом Мунком. Ханс Хейердал является крупным представителем норвежского реалистического искусства. В начале 20 века он также увлекается такими политическими движениями, как пангерманизм. Умер Ханс Хейердал 10 октября 1913 года в Осло. Вот так вкратце, из переводной Википедии данных не очень много о норвежском художнике Ханс Хейердал. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.